Ребят, всем привет. Сегодня у меня, так сказать, долгожданный выходной. Делать нечего, погода у нас сырая. Ну вот как раз таки момент меня интересовал в чем. Подорожали ли машины в этом месяце? Потому что в интернете много разных слухов, много разных моментов, много разных цен. Как говорится, захотел подъехать, посмотреть, действительно ли изменились цены на машины. Поэтому, если есть желание, интерес, оставайтесь на канале, посмотрим. Что у нас по ценам? 3670. X-Ray. Он, кстати, был тогда, ребята, на самом. Да? Вот такая вот цена. На 6 мая. Что у нас здесь? Блин, ребят, мне нравится эта тачка. Реально нравится. Симпотная. Очень даже. Классная. А, видите, здесь такой еще зажимчик есть прикольный. В Лала 200 у меня такого нету, ребят. Поэтому однозначно рекомендую покупки. Не, реально, машинка классно смотрится. Я бы еще на тест-драйв бы, конечно, записался бы. Обязательно это сделаю, прокатаюсь. Может, вам видосики подсниму. Здесь у нас вот такая вот ставка, да? Ткань, кожа, эко-кожа. Смотрится просто бомбически, ребят. Реально. Очень даже. Здравствуйте. Смотрю, цены не поменялись у вас в этом месяце. Хочешь что-то подсказать? Да, с удовольствием. С удовольствием обращусь. Как бы сейчас катаюсь, взял у вас машинку тоже вот такую. Очень доволен. Радует. Да, небольшой канал, так сказать, есть на ютубе. Ага, поснимаю, если вы не против. Так, 28800. Лада Веста, Limited Edition, ребят. Тоже была у нас тогда эта машинка. Реально, не машина. А сказка, ребят. Здесь, видите, у нас сразу с вами идут коврики вот такие вот в салон от дилера. Можете взять. Симпатично смотрится. Кстати, я вот когда езжу сам на машине, да, на Ладе 200, а сзади, по большому счету-то, я не сижу никогда. Блин, ну место здесь просто супер, ребят. Рекомендую. Просто рекомендую ощутить себя. Даже пассажирам приятно. Обратите, сколько здесь места, да? Да ну. Вот такой вот есть кармашек, кстати. Я об этом еще вам никогда не рассказывал. Потому что сзади не сижу. Видите, кармашек какой классный здесь есть. Розеточка у нас также присутствует. Но сидеть очень удобно. Кстати, за счет чего еще здесь удобно сидеть? Обратите внимание, здесь вот сиденья, они такие более вогнуты вниз. А центральный туннель, да, вот этот вот, он снаружи выпирает. Поэтому здесь, в принципе, втроем размещаться будет удобно. В такой вот последовательности шахматной. Поэтому за счет этого очень даже приятно здесь будет сидеть в Ладе Весте. Фонарики на открывание дверей. Ну, приятно, да? Свет такой классный, яркий. Вот здесь вот в комплектациях подороже есть места для третьего подлокотника, ребят. Очень удобно. Стеклоподъемнички. Все здорово. И меч самурая. Классно смотрится, конечно. У меня точно такая же отделка идет. Накладки вот этой. Супер. Вот вам цены, ребят. Так что смотрите. Что мы с вами еще посмотрим. Вот Лада Гранта, которую я вам тогда показывал. 21700. Кстати, как у нее расположение сзади. Я вам показывал ручки у нас. Да? Давайте присядем. То мы все вперед, да вперед садимся. Можно же и сзади присесть.
А, запах. Вот Веста так не пахло, ребят. А запах здесь другой. В Ладе Гранте запах другой, ребят. Прошу заметить. Он такой более запах пластика, резины и смесь какая-то такая обработки. Слышно, слышно, ребят. Ну здесь вот так вот у нас устроено сиденье. Тоже комбинированные два вида ткани. Подголовничек. И вот прикольно, обратите внимание, в Ладе Гранте, да, откуда вытаскивается ремень. Ну а что? Главное, чтобы было комфортно и удобно пассажирам. Ручка вот здесь у нас вот такая вот большая. Ну, прикольно смотрится. Прикольно. В принципе, неплохо. Но опять же, машинка это была, я ее тоже видел. В принципе, машины с салона не уехали. За это время, когда я снимал видос. Здесь у нас динамики в дверях вот такого плана. И весла. Ну а что? Цена неплохая. Можно и веслами помотать. Багажник я вам открывал, ребят. Так. Largus Nova Cross 32500. 1.6, 16-клапанник. Блин, резина отмечал тогда, да? Вообще классно смотрится. Pirelli. Классные диски. Вопросов нет. Кстати, опять же, люди, видите, в салоне есть. Кто-то оформляет, кто-то покупает. Время у нас на часах с вами, ребят. Время у нас 10:40, салон открыт. Люди есть. Кстати, вот мне захотелось вот вам видео сегодня вот на задних сиденьях поснимать, да? Почему-то мне вот захотелось вам это показать. Потому что машина, она должна быть комфортна не только для водителя, да, и пассажира впереди, но и сзади. Это немаловажный фактор, ребят. Поэтому здесь как ощущение, как сидишь здесь. Здесь уже сидишь как на более прямом диване, ребят. Ощущение, эргономика сразу меняется, чувствуется. Обратите внимание, да, как они вот сделали прикольно вот эти моменты, да. То есть есть специальная ниша, куда можно положить вот эти вот замки безопасности, которые крепятся, да, к ремню безопасности. Вот они. Прям сидеть удобно. Говорится, не будете их ощущать своей задней точкой. Здесь вот у нас уже идет... моменты по подогреву сидений, да, USB выход есть, комплектация немножко побогаче, поэтому лакированная отделочка вот здесь вот есть такая, симпатично смотрится. Ручка опять же пластиковая, но она уже покрашена в хром. То есть там мы видели с вами на предыдущей машинке, там у нас было просто покрашено такой вот просто какой-то серебряной красочкой, да, здесь уже хром сделано, симпатично. Вот, кстати, ребят, обратите внимание, вот в Ларгусе, что мне понравилось, это вот эта полка, видите, здесь можно что-то положить, какие-то мелочи, удобно, вообще просто продумано, вот эргономика машины, ничего не скажешь. Сделано просто, вот смотрите, какая там ниша, ну реально круто же смотрится, ребят. Ну, посадка высокая, классная, опять же, есть кармашек для мелочей. Ну какие это Жигули, ребят? Это уже не Жигули, это уже, можно сказать, машинка, которая будет вас радовать дороге, ребят. Поэтому однозначно не стесняйтесь, приходите и покупайте Ладу. Так, пойдемте посмотрим, что у нас еще есть. По-быстрому, не будем обзор затягивать с вами. Веста СВ Кросс 32500, цена, опять же, по нутрянке мы с вами смотрели, комбинированный салон, эко-кожа, ткань, да, обратили внимание, клиенты есть, это хорошо. Ну вот эта чайка, да? Комплектация у нас Black Vista SV Cross 32500.
Тоже мы ее видели с вами, ребят. Опять же, давайте присядем на заднее сиденье. Как закрываются двери, ребят, да? Красота. Красота. Вот наш черный салон, который я вам тогда показывал, да, с водительской стороны. Ну, реально смотрится просто бомбически. Ручки с микролифтом. Меч самурая. Вот такой вот уже какой-то чешуи змеи как бы сделан, да? Есть такие вставки. Тоже симпатично смотрится. Здесь у нас лакированная отделочка. Премиальнее смотрится, конечно, симпатично. Опять же, кармашек. Ну, у нас здесь выхода под USB комплектации нет. И кожаный подлокотник. Ребят, за кожаный подлокотник лайк сразу ставлю. И ставьте тоже, ребят. Практичнее, чем ткань. Шторки, которые я себе ставил тоже на машинку. Ну, согласитесь, смотрится классно. Более затемненно. Машина прямо вот в салоне. Очень дорого-богато, как говорится, смотрится. Мультимедиа у нас стоит уже экран. Да. Кто-то его хочет, кто-то не хочет. Дело хозяйское, ребят. Ну, на сегодняшний день, если бы вернуться, да, и при покупке автомобиля, я бы, наверное, ну, все равно бы не взял. Опция была достаточно дорогая, то есть это в порядка 600, в районе 600 рублей что-то за мультимедию просили. Я отказался. Мы не настолько богаты, чтобы покупать прям так все и сразу. Надо с чем-то жертвовать. Вот смотрите здесь, ребят, тоже комбинированный салон, мне очень нравится. Эко-кожа, ткани, вот такая вот вставка идет, да, из ткани. Но я видел видосы уже у ребят на канале, машинки прям свежие, а вот эта эко-кожа трескалась на водительском сидении. То есть, поэтому тут нужно внимательно вот подходить к этому выбору, ребят. Что еще вам покажу? Давайте последнюю машинку вам покажу. Еще X-Ray Cross 3060. Цены на комплектации, извиняюсь, 3670. Такого красивого красного цвета. Кстати, давайте-ка сюда присядем, посмотрим. Опять же, тянет меня сегодня на заднее сиденье, ребят. Посмотрим, как она закрывается. Слушаем. Не закрыл. Не закрыл. Закрыл. Ну, хочется же аккуратно. Здесь... Вот здесь шансы есть, ребят, что это железо. Шансы есть. Холодный, очень холодный материал. Ручки с микролифтом. Здесь у нас комплектация с подогревом сиденьем, USB выход, карманчик, акустика. Ну, здесь у нас эко-кожа идет и в центре вставки из ткани. Ну, смотрится прикольно, ребят. По месту в салоне, сами видите, да, я сижу, можно сказать, неплохо сзади, места мне хватает. Но вообще, в принципе, машина рассчитана на пассажиров. На пассажиров рассчитана машина. Багажник здесь достаточно маленький. Видеообзор я вам показывал. Да, поэтому смотрите и наслаждайтесь. Ну, машина прикольная, ребят. Опять же, с экраном. Вставки под лак идут, да. Вставки вот такие лакированные. Глянь, смотрится симпатично, прикольно. Здесь у нас уже климат-контроль. Поэтому комплектация поинтереснее, конечно же, да. И здесь у нас уже коробка идет автоматическая. Вот такие вот дела, ребята. Так что вот был небольшой обзорчик. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.